Найти работу – нелегкое испытание. Если прибавить к этому нынешнюю обстановку, то задача становится еще сложнее. В связи с этим Центр занятости населения Ненецкого округа помогает тем, кто остался без стабильного заработка, получить новое образование. Елизавета Кабанова расскажет подробнее. Учиться новому никогда не поздно. Центр занятости ежегодно направляет на переобучение тех, кто в силу обстоятельств не может найти работу. На учебной площадке Ненецкого профучилища молодые люди получают новую для себя профессию тракториста. Многим очень сложно найти работу. Например, Руслан Канев, хоть и имеет среднеспециальное образование по профессии пожарный техник, после армии трудоустроиться не смог. Поэтому решил обратиться в центр занятости, заполнил специальное заявление и выбрал для себя профессию по душе. На самом деле очень интересная профессия, очень много где задействована данная техника, ну и самому интересно. Жители Ненецкого округа активно пользуются программой переподготовки. С начала года центром занятости на переобучение было направлено 30 человек, 7 из которых уже освоили новую для себя профессию. Профессии, на которые мы направляем на обучение, это самые востребованные профессии здесь у нас в округе, по нашим данным, да, по заявленным вакансиям. По востребованности, по заработной плате и так далее, да, по трудоустройству после обучения. В основном это профессии повар, пекарь, охранник, контрактная система, 1С бухгалтерия. Обучение полностью бесплатное. Граждане могут выбрать несколько профессий, которым хотят научиться. Однако есть квота – одно образование на человека в год. Не секрет, что в Ненецком округе всегда есть потребность в водителях специализированной техники, на зимниках, нефтепромыслах и стройках. Поэтому центр занятости уже давно сотрудничает с Ненецким профессиональным училищем. В обучение у нас входит, значит, изучение устройства, техническое обслуживание. Затем мы изучаем правила дорожного движения в обязательном порядке и безопасное управление тракторами, да? А затем, значит, практическое вождение тракторов категории Б, С, Д и Е. То есть практически по окончанию наших курсов слушатели наши смогут управлять тракторами всех категорий. Обучение длится 3 месяца. В ходе занятий молодые люди получают базовые навыки и знания, после чего они могут закончить курсы для любых самоходных машин, длительность которых будет в разы меньше, максимальная – 4 недели. Бульдозер, автогрейдер и погрузчик очень востребованы в регионе. Как отучусь, буду дальше, получается, там, потому что помимо просто прав на категорию, нужно еще допуск получить к работе с определенной техникой. Планирую дальше до погрузчика еще отучиться и уже работать на тракторе, если по возможности. Центр занятости планирует направить на обучение 173 безработных. За прошлый год новую профессию получили 148 человек Ненецкого округа. Помимо полной оплаты обучения, для жителей других населенных пунктов оплачивается дорога до города и обратно, а также проживание. Елизавета Кабанова, Дмитрий Лукевич, телеканал «Север».